бы. На заседании законодательного собрания края приняли бюджет на ближайшую трехлетку. Как и в предыдущие годы, самым значимым направлением с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов остается социальная сфера. На 2024 год доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составляет 58,2% от общей суммы всех расходов. Это 130,9 миллиарда рублей. По всем краевым государственным программам, реализуемым в сфере социальной политики, на 2024 год предусмотрен рост относительно объемов, утвержденных на 2024 год действующим законом о бюджете 2023-2025 год. В 2024-2026 годах бюджетом предусмотрены расходы на предоставление жилых помещений и жилищных сертификатов детям-сиротам. Также в планируемом периоде предусмотрено 19,8 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 16 объектов здравоохранения, 18,2 миллиарда на 15 спортивных объектов. На ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог предусмотрено 50,2 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений 3,5 миллиарда. Также на заседании краевого парламента приморские депутаты тайным голосованием единогласно выбрали своим председателем Антона Волошко. При подсчете голосов мы получили следующие результаты. За 35 голосов, против 0. Таким образом, Антон Анатольевич Волошко избран председателем Законодательного собрания Приморского края. Антон Анатольевич, искренне поздравляю. С 2019 года он занимал пост вице-губернатора, отвечающего за внутреннюю политику края. В новой должности Антон Волошко пообещал усилить синхронизацию ЗАГС-собрания с исполнительной властью. Безусловно, главная задача законодательного органа – это слышать людей, собственно, тех, кто голосовал за депутатов, ну и реализовывать эти инициативы вот в рамках возможностей и полномочий. Безусловно, без исполнительной власти это просто невозможно. Именно поэтому я и ратую за вот усиление этого диалога. А коммуникация и диалог – радикально важная вещь в политике. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.